Главный герой этого вечера своим новогодним настроением радует горожан. Нижнекамцы поддерживают праздничную атмосферу зажигательными танцами. В каждом елочном городке своя тематика. Парк Тукая, он более такой этнический парк, такой более, как бы сказать, уютный, теплый, родной. Поэтому у нас здесь такая резиденция Кашбабая. Заводные песни на татарском языке оценили не только нижнекамцы. Гости города также под приятным впечатлением. Вообще все здорово, классно. Так, мы вообще приехали с Оренбургской области сюда. То есть это первый Новый год у нас здесь, в Татарстане. Вообще классно все, обалденно. Ярко, красочно все. Всех с наступающим праздником. Всем всех благ, здоровья всем. Вам скажи, привет, Игорь. С Новым годом вас. Очень нравится. Спасибо, что так организовали. К сожалению, вчера не успели в парк «Семья». Мы, ну, впечатление масса, конечно, отличное мероприятие, всей семьей, с детьми, с мужем пришли, очень понравилось все. Открытие елочных городков продолжается. Сегодня Дед Мороз и Снегурочка ожидают горожан на площади Лимаева. Эльвира Илларионова, Лейсан Саитова, телеканал «Нефтехим».